Vite, la porte! Junior, retire la tête d'allumage. Нет уж, спасибо. Вперед, шевелись! Il est énorme, ce navire. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. Вивсель! Туда! Весь этот корабль — плавучая могила. Я не подписывалась на этот ужас. Что-то тут есть такое жуткое, что аж волосы на всех местах шевелятся. Чего этим козлам от нас надо? А, мерд! О, черт! Ольсон, я им порт ici! Ладно. Вы все, марш в каюту. Эй, тут совсем темно. Дай фонарик. Спасибо. Черт возьми, что это за место? Согласно нашим наблюдениям, это какой-то корабль. И он заброшен, поэтому рискну предположить, что это заброшенный корабль. Да ты прям гений. К
Книгу потом напишешь? Да ладно, Флис, полегче. Нельзя просто сидеть. Нужен план. Мне кажется, мы сейчас не в том положении, чтобы хоть как-то трепыхаться. Как только они расслабятся, надо этим пользоваться и валить с корабля. Ага, эта ржавая корыта в любую минуту может пойти ко дну. Мы уже пытались сбежать, и, по-моему, ни хрена не вышло. Надо вернуться и найти Брэда. У них крышка трамблера. Без нее мы никуда не уплывем. А мы можем, типа, заменить ее? Крышку трамблера так не заменишь. Эти сволочи наверняка хорошо знали, что делали. Пока они ищут маньчжурское золото или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. Плиз? Я хотел сказать, я, наверное, все неправильно понял. Не поняла. В общем, я несколько поторопился с выводами. Решил, что ты типа заодно с этими уродами. Или там... Но я... Дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Да. Хочешь, переведу? Он извиняется. Ну, я... Ладно, извинения типа приняты. Окей. Окей. Что случилось? Куда все делись? Большое приключение. Там было что-то мелким шрифтом? Так нам ждать детализированный счет за все эти... Je vais aller explorer la salle des machines. Danny, tu fouilles les soutes. Les soutes? T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que je te dis. Et c'est tout. Va te faire foutre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Trou du cul. Arrêtez, arrêtez ça! Ta gueule, Junior. Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. Prisonniers? On est en prison? Charmant. On sera bientôt riches si vous la fermez. Si vous faites ce que je vous dis de faire. Il y a quelque chose qui cloche ici. Je sais pas, cet endroit est bizarre. Olson? On devait seulement les voler, et là on se retrouve coincés sur ce rafio de merde qui pue la mort. Et on a des prisonniers? Ça va trop loin tout ça. Vos gueules! Fermez-la tous les deux. Je suis votre capitaine, et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. Почему это сорвали со стены? Как думаешь, что это за корабль? Круто. Я умру не где-нибудь там, а на корабле призраки. Очень, очень жутко.
Ты как? Радуюсь жизни, Конрад. Пока еще могу. Знать бы, какой у рыбаков план. Какая разница? Я планирую им отплатить. Нам бы выбраться сперва отсюда. Ну, что делаем? У нас есть два варианта. Или сбежать, или остаться и драться. Как-то так. Лучше бы тайком сбежать. Но я не знаю как. Так, здесь мы ничего сделать не сможем. Будем дальше осматриваться и искать выход. Ладно, да, до скорого. Иди-ка посмотри. Ну как? Не могу открыть. Попробуем ее вскрыть и вылезти. Стоп, стоп, стоп. Мы не знаем, куда ведет эта шахта. Ага, вот заодно мы и выяснили. Мне выбить решетку? Ну, конечно. Альфа-самец. Кто-то должен отвлечь их. Будет шумно. Да, ладно. Чем вы там занимаетесь? Разрази меня гром, уроды вы одноногие! Да, вы! Я сейчас подшибаю с ваших плеч пиратских попугаев и сварю из них разноцветный суп! Предупреждаю, я гражданин Америки! Хотите, чтобы мой президент явился вас арестовывать? Он ведь придет за каждым! Эй! Слышишь меня, сучок? С тобой говорю! Алло! Скорее! Здесь уютненько. Пошли. Тут наверняка есть лестница. Интересно, куда все подевались? Тут должны быть десятки людей. Сотни. Как они могли исчезнуть, оставив здесь все свои вещи? Что-то не сходится.
слышал? Если ты имеешь в виду зловещие звуки, нет, не слышал. Еще как слышал. Что-то двигалось? Да, такой звук, когда что-то двигается. Я так испугалась. Ничего. Я с тобой. Привет! Замечательно. Куда они все подевались? Может, они прячутся в трюме, хотят Я просто не могу в это поверить. Куда подевался Брэд? Думаешь, он на Дюке? Я знаю не больше тебя. По-моему, внизу что-то движется. Наша крышка трамблера. Уверена? Да, уверена. Ульсон! Я схожу за ней. Я схожу за ней. Это наш шанс. Давай. Прикроешь меня? Уже прикрываю. Ну все. Глядите в оба. C'est d'entendre ce qui se passe. Je crie pas! Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Идем за ними. Не теряем их из виду. Что мы делаем? Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко. Так мы их обгоним. Я справлюсь.
Что это? Слышал? Может, это был айсберг? Не смешно. Здесь уже были. По-моему, нет. Точно тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? Бросьте, надо идти дальше. Господи, боже! Алекс, что там? Ничего. Тебе лучше не знать. Что это значит? Почему не говоришь? Что? А это еще что за место? Думаю, это правильный путь. Точно что-то видела, движение какое-то. Крысы. Наверное, это просто крысы. Никого нет. Не смейся надо мной! Так, здесь мы уже были. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Развернуться? Мы все это уже видели. Хватит, Джей. У нас нет выбора. Надо идти туда. Короче, нет. Это явно не мой вариант. Что? Мерзкие гробы в жутких часовнях. Не моя тема. Ну да, тут мерзко и жутко. Надо убираться отсюда. И надо найти Флис. Отлично, так чего же мы тут торчим? А это что? Эй, тут имя написано. И что они здесь делают? Не думаю, что они планировали навсегда застрять на корабле призраков. Какая разница, кто они и откуда? Они мертвы, а мы живы. Пусть так дальше и будет. Вообще, кто? Это хоть человек? Что это за чертовщина? Плохая тут энергетика. Короче, валим! Все, уходим! Зачем запирать гроб на замок? Зачем здесь цепи и замок? Ну, чем не способ разорвать отношения? Посмотри, похож на детский. Не хочу. Пошли отсюда. Да, может, это малыш Дракула. А тут его родители, и они лежат в земле из родной страны. И потом они все нападают на Конрада и съедают его. Конец. Что такое? Смотри! Что? Серьезно? Ты что, меня пугаешь? А? Может, просто уйдем?
А побыстрее нельзя? Хватит экскурсий. Есть, мэм. Надо помочь, Ликс. Давайте быстрее. Ого! Откуда этот звук? Какой звук? Ого! Да здесь идеально чисто. Твою мать! Сейчас не время валять дурака. Я серьезно. Я на пределе. Черт! Какого хрена? Не трогай! Зачем к нему лезть? Конрад. Наверное, ушел вперед. Кони! Тихо! Хочу и кричу. Кони! Черт, куда он делся?